танцует в поддержку сборной России по футболу. Более сотни самарских любителей латиноамериканских и русских народных танцев собрались на улице Куйбышева. Небольшая репетиция около площади Революции, и шествие тронулось в сторону Струковского сада. Мы с волонтерским штабом организовываем вместе с ребятами из танцевальных клубов поддержку именно нашей сборной России по футболу. Мы заготовили флаги с их фамилиями, наши триколоры российские. Надеемся, что к нам присоединится очень много жителей города Самары и, конечно же, наших дорогих гостей из различных стран. Самарские танцоры готовились к параду рекордные 2 дня. В мире ни одно подобное шоу не готовится так быстро, рассказали артисты. Подобрали музыку, адаптировали танцы к постоянному движению вперед. Такого культурного праздника Самара еще не видела. Если это понравится жителям, то это будет самарской традицией. То есть проводить танцевальные парады. Такое мероприятие станет отправной точкой для больших других мероприятий последующих и станет замечательной изюминкой города и очередной визитной карточкой Самары. На перекрестках улицы Куйбышева проходили флешмобы. К шествию присоединялись различные танцевальные коллективы и устраивали соревнования на лучшего танцора. А ближе к финалу танцевального шествия колонна насчитывала уже несколько сотен участников. Весело, хорошая атмосфера. В Италии чемпионат был, но приблизительно что-то такое. Всю ночь мотоциклы, всю ночь флаги, все вообще прекрасно. То же самое у нас, я очень рада. Атмосферу праздника самарские танцоры готовы подарить еще в среду и в четверг. Дистанция увеличится, старт намечен также от площади Революции, а вот финишируют танцоры в фан-зоне на площади Куйбышева, где уже состоится многотысячный флешмоб с участием еще и гостей из Латинской Америки. Сергей Кизоркин, Сергей Баскин. События.